привет! С вами снова «Великий и могучий» – проект о русском языке с региональным акцентом. Давайте знакомиться. Меня зовут Аня, и я передаю вам большой привет из России. Мы находимся в столице Кировской области, в городе Кирове. Из прошлых уроков вы уже кое-что знаете о нашем городе. Например, видели наши достопримечательности. Но далеко не все знают, что Отвятки – это историческое название нашего города до Москвы 973 версты. Верста – это старинная мера длины, которая составляет примерно 1066 метров. Как вы помните, слова, которые в русском языке обозначают различные числа, количество и порядок предметов, называются числительными. В данном случае перед нами количественное числительное. Оно отвечает на вопрос «Сколько?». Сколько? 1066 метров равно 1 верста. 1000 метров равно 1 километр. Однако сегодня расстояние в России принято измерять в километрах. Между Кировом и Москвой 958 километров. Это слово тоже количественное, числительное. А еще числительные бывают порядковые и собирательные. Эту тему вы вспомните, если обратитесь к нашему справочнику. Ссылка на него в описании к видео. Напомню, что к порядковым числительным относятся такие слова, как первый, второй, 58-й, сотый и так далее. Такие числительные еще называют счетными. Они помогают нам сосчитать явления или предметы вокруг нас. Например, я побывала в Кирове уже в третий раз. Это моя 10-я поездка в старинный город Уржум. А мы вернемся к истории нашего города. Раньше Киров назывался Хлынов, а потом Вятка. Город основан в 1374 году. Сейчас городу 646 лет. Давайте вспомним еще один разряд числительных – собирательные. Они обозначают количество, как совокупность. Например, ко мне в Слободской приехало трое друзей. У городов Кировской области очень богатая история. Сейчас мы как раз в исторической части города Кирова, на улице Спасской. Ранее улица носила название Дрилевского, недалеко отсюда улица Преображенская. Такое название ей тоже вернули недавно, буквально несколько лет назад улица называлась Энгельса. Все эти переименования связаны с историческими эпохами развития нашей страны и напоминают о такой категории существительных, как собственное существительное. Вы уже знаете, что имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы – кто, что, и обозначает предмет, лицо или явление. Улицы Преображенская, Володарского, улица Ленина, город Киров, Москва – это собственное существительное, которое обозначают названия улиц и городов. У нас в Кирове есть множество удивительных мест. Например, старейшему зданию Вятки в этом году исполнилось 265 лет. Это дом Аверкия Перминова, построенный в 1755 году. Но самыми древними постройками считаются православные храмы. В Кирове их насчитывается свыше 50. Большинство храмов находится в исторической части города. Среди них, например, Спасский собор, Серафимовская церковь, Успенский собор. Вы уже знакомы с важнейшими частями речи русского языка. Мы с вами повторили, что такое существительное и числительное. Вспомнили, какими они бывают. А еще на проекте вы узнали, что такое прилагательное, местоимение и глагол. Посмотрите на экран. Вот несколько предложений о городе Кирове. Киров – это мой город. Здесь живут мои родственники, мои друзья и их близкие люди. Здесь я работаю. Отсюда я уезжаю в путешествие. 365 дней в году здесь особенная атмосфера. Уютная, спокойная, домашняя. Давайте вместе определим части речи у слов в этом тексте. Киров. Имя существительное. Мой. Мои. Притяжательное местоимение. Родственники. Имя существительное. Город. Имя существительное. Живут. Глагол. Друзья. Имя существительное. Их. Притяжательное местоимение. Близкие. Имя прилагательное. Работаю. Уезжаю. Глагол. Путешествие.
Имя существительное. 365. Количественное числительное. Дней, году, атмосфера. Имена существительные. Особенное. Имя прилагательное. Уютное, спокойное, домашнее. Имена прилагательные. Вот еще один небольшой текст о городе Кирове. Давайте вместе его прочитаем. У нас в Кирове есть множество удивительных мест. Наш город еще называют городом на семи холмах. Такое название связано с особенностями местности. Есть и возвышенности, и низины. Но застройка города, которая идет десятки лет, почти сравняла их в общем пейзаже. Киров впечатляет гостей уютной простотой. Но есть места, где захватывает дух. Я знаю как минимум три таких места. Это старый трамплин, мост в Александровском саду и набережная реки Вятки. Ваше домашнее задание. Внимательно прочитайте этот текст. Определите у слов в этом тексте часть речи. В этом вам поможет наш справочник. Публикуйте свои работы с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщение с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта.